Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Вышла сейчас с фикс-прайса. Вот. Пошла, думаю, там рядышком, как раз зайду, куплю. Так как вчера я вам показывала, что я купила маленькие вот эти вот растишки, растучки цветов. Вот. И их надо пересаживать. И мне, естественно, нужна земля, как я посмотрела. Соответственно, у меня они такие небольшие горшочки. Вот, им такие все равно эти не по размеру. Надо меньше, но таких у меня нету маленьких. Есть несколько, но для такого количества мне все равно не хватает. И поэтому, естественно, надо больше керамзита. Керамзита у меня столько нет. Поэтому я решила, думаю, заодно и землю куплю. Посмотрела, какая там земля лучше всего для этих цветочек. Одна там для фиалки там подойдет, потом универсальная для декоративно-лиственных. Очень такая земля я покупала для папоротника. В общем, земля такая, знаете, действительно легкая, там чего только не намешано в этой земле. Ой, подождите, мне главное не пройти. А, я же спар еще не дошла. Вот я найди. Тоже мне уже, знаете, размечталось, что я уже до славы дошла. Да, конечно. Ну, так вот. Там магазин был закрыт на балконе, к сожалению. Ну и пошла, естественно, по Бухарестской. Ну, думаю, может быть, день по дороге. Зашла в один магазин, там нету, что мне надо, во второй магазин. И девушка мне сказала, говорит, а зачем, говорит, вам, там все равно есть земля. Пока, говорит, там, если они такие маленькие, то, говорит, не обязательно им много новой земли. Там и так земля вся хорошая, да, если вот. Это просто керамзит, а насыпьте и все. Я только думала, ну действительно, что я потупаю, ведь вроде земля у меня есть там немного, нормально земли, как бы мне хватит. Вот, и говорю, ну давайте керамзит. Хоп, а у нее нету, думаю, ну ее выпало. Но она сказала, что это еще до славы, не обязательно идти в огород маркет, там еще есть какой-то вот цветочный магазин. Вот, так что пойду, найду. После спара она сказала, вот мы будем смотреть. Что-то я раньше как-то этого не видела. Может, не обращала внимания, знаете, целенаправленно, как этот бегемот, да? И вперед сквозь вот этот лес. Вперед целенаправленно, никуда не смотря, не оглядываясь. Ну ладно. Через джунгли лес. Не к джунгли, там через джунгли пробираешься. Ой, даже, знаете, вообще жарко. Можно было кардиганы не одевать. Хоть он мне тоненький. О, какие-то... А тут не доходя цветы. Или это просто... Нет, это просто высажено для красоты. Вот, так что вот мне нужна земля. Быстренько надо бы, конечно, купить. А то у меня есть одно лекарство, которое надо держать в холодильнике, хранить. А я уже на солнце сколько времени иду. Да, кстати, хочу обратиться к своим зрителям. Если кто меня слушает, многие пишут, что что-то я говорю не так, что-то я как-то дышу не так, но вы меня извините. Знаете, по-другому дышать я не научусь. Вот, все у меня нормально с сердцем. К врачу ходила, проверялась. Ну, просто надо, знаете, возраст, простите. Ну и, естественно, надо заниматься физическими нагрузками. Вот тогда одышки не будет. Вот так. Вот. Ну, естественно, какие-то слова я стараюсь. Естественно, если вы там говорите, что-то поправляете как-то слова, то я к этому, естественно, прислушиваюсь. Но если вы мне говорите о манере моей подачи информации, извините, она как была, так и останется. Не нравится, проходите мимо. Я же вас не заставляю смотреть, да? Вот. А вы посмотрели, написали, время потратили. Ну и на этом спасибо. Вот. Поэтому так вот я сейчас пар прошла. Ой, вчера мы с дочерью худеем. Не, ну у меня как бы это заметно уже именно даже визуально. Я сейчас пока не взвешивалась. Ну что взвешиваться по 100 раз, знаете. Потом, может быть, если вытерплю через недельку. По-моему, нет, нет, здесь продукты. Что она говорила, что в следующем доме? Прямо на углу цветы. ГД. Так.
Вот тут я не вижу. Да. Нет, тут нету. Может, это здесь? Ой, ну в Инжели до Славы придется идти. Ладно, значит, идем пока. Будем смотреть. Ну, а к магазину натуральные продукты. Ну и вот, так что, кому не нравится, знаете, подстраиваться под всех я не буду. Я не думаю, что и вы бы подстраивались, натуральная косметика. Ой, у меня всего этого достаточно. А всякое, знаете, вот эти вот полезные добавки или еще что-то, они все таких денег стоят, знаете. Лучше пойти фруктов купить. Ой, небо голубое. Знаете, у нас такой пресс, а завтра будет дождь. И вроде по прогнозу плюс 16. Это после такой погоды. Ну вот я решила, что если уж придет мне извещение на почту, я быстренько завтра, даже если будет дождик, ну вот схожу с другой там фикс прайс. Потому что там вот, который вот фикс прайс на вот Опешке 19, корпус 1, там он просто баня. Вот здесь около метро, который 74, Бухарестская, там еще нормально, там не так жарко. А там... Ой, даже в такую жару, как сейчас, там просто баня. Там зайдешь и, знаете, можно взять мочалку, мыло, помыться. Вот только обкатиться будет нечем. Ну, если только водой купленной, да? О, кстати, нас уже вывесили объявление, что не будет воды 17 июня по 1 июля. О, у дочери моей 27 июня выпускной. Она мне хочет по полной. То есть платье я ей купила. Ну вот на выпускной. И останется вот только босоножечки. Потом надо будет купить. Но она хочет, вернее, не купить, а сделать прическу. Нарастить ресницы. Хотя, знаете, у нее свои шикарные ресницы. Ой, у меня по молодости. Ну как по молодости? Ой, слушайте, может, я уже проскочила, иду. Вот как обычно, иду, болтаю. А знаете, нету. Она сказала там сразу на углу, на повороте. А может быть, второй дом там на углу. Ну ладно, посмотрим. Ну, значит, дошла до Славы, ёлопала. Ну вот, у нее свои, кстати, ресницы вообще шикарные. А у меня как бы, так лет назад... Ресницы тоже были длиннющие, но они не такие густые, как у нее, но длинные. Я говорю, Настя, зачем тебе портить ресницы? У тебя свои замечательные ресницы. Line trade. Я говорю, зачем? Ну, я вот хочу. Я говорю, ладно. Бог с тобой, золотая рыбка. Ну, не знаю. Пойду. Ну... Здесь я тоже не вижу, но сейчас посмотрим, может быть, там дальше на углу. Чуть-чуть она, мне кажется, перепутала, хотя она сказала, что она тут давно была, и поэтому было невозможно. Нет, это вообще то ли парикмахерская, то ли еще что-то. Мне вот сюда. Все-таки я дошла до Славы. Там у нас церковь Георгия Победоносца. Дальше у нас дальше. По-моему, сколько там... Да, если отсюда на второй остановке, там будет лента. Ну, дачник. Но я сначала зайду в Огород Маркет. Там уже посмотрю. Так что выпускной будет, как я уже говорила, 27-го. Вот. Я теперь сама иду и думаю, одеться, как бы, если это будет такая более прохладная погода, что придется одеть там пиджак, да? То надо что-то на ноги такое вот. И, а если то, что вот я надумала одеть в этот день, там у него 11 часов, то это надо туфли. Потому что босоножки не подойдут, соответственно. То есть надо туфли. А туфли... Ой, слушайте, вообще, я говорю, доча, как-то, знаете, вот про дочь думала, там вот что-то и одеть, там мы выбирали, там босоножечки уже выбрали, все выбрали, представили уже какой образ, что к чему. А я только потом такой, блин, понятно, я как бы второстепенное лицо, но все равно, как бы, знаете, мама там, вот, как-то тоже хочется так более-менее соответствовать. Вот Огород Маркет. Ладно, зайду.
тоже расскажу дальше. Ну, в общем, надо тоже об этом думать. Так, ладно. Выше Золгород Маркета, купила землю. Так, здесь тоже какие-то. В общем, такой мини-рыночек. Так, давайте посмотрим. Мясо, растения, одежда. Ничего интересного. Ладно, теперь хочу пойти купить клубники, немножко клубнички подплатится. Такие ёбочки, вот куплю клубники, посмотрю, может, черешню тоже, не знаю, как-то клубники захотелось. Да, я уже пойду домой, но здесь я брать не буду, я подальше все-таки от проспекта. К тому же здесь клубника какая-то. Видела я там. Ну, правильно, конечно. Где это самое, где видела, там очень хорошая клубника. Но не взяла, потому что думаю, ну что я буду с клубникой болтаться. Из хорошей она превратится, пока я хожу, в плохую. Ну ладно. В общем, все равно сейчас пойду. Пока все, уже рассказала, что хотела. Потом быстренько так покажу, что приобрела в Фикспрессе. Вот, какую землю для цветов. Я, конечно, там одну фирму брала, но я тоже потом, ладно, расскажу все. На этом все. Спасибо за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Девчонки, вам огромное спасибо. Ну и хочу вам пожелать замечательного лета, чтобы все у вас получалось. Вами задумано, вам во благо, ангелы-хранители, крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение за вы понимание, между разным вероисповеданием. Всем до новых встреч, до свидания.